Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и... Кристина. Скромняшка Крис. Вот скромный человек, Селена. Да? Вот скромный человек. Сегодня у нас будет еда в фикс-прайс. Еды на самом деле немного, но есть то, что я еще ни разу не пробовала и ни разу не видела в фикс-прайс. Сначала мы начнем с того, что я уже брала и пробовала. Это же мои любимые чипсы. И, Кристина, ты пробовала их? Картофельные? Ну, вспомни, вспомни, да. Вот я тогда пива так напилась без алкогольного. Что просто... Забыла. Ну, какие они на вкус. Я не хочу. Ты хочешь попробовать? У нас просто много других чипсов. В общем, вы эти знаете. Если хотите, посмотрите в моих предыдущих видео. Мы их едим, вообще хрустим. И я их беру просто пачками. Я брала в дорогу, везде-везде. Мне очень нравится, как они хрустят. Они на самом деле не слишком-слишком вредные прямо здесь. Хотя у меня после них болит живот иногда. Селена, зачем же ты их купила, если мы их не будем открывать? Нет, мы потом их съедим. Мы просто, она же сейчас так много. Возле носа поводила. Ну да. Чай же опять, я как всегда взяла вот такой вот свой, да? Ты помнишь, мы его пили, да, в прошлый раз? Это чабрец. Мы его постоянно пьем, по-моему. Да, мы его постоянно. За ночь по полпачки. Да-да-да. Вот, кстати, прямые трансляции в Инстаграм мы ведем с Кристиночкой вели. Надеюсь, она когда-нибудь сама тоже начнет вести. Я тоже буду смотреть, что ей писать. И вот, и я купила вот такой еще, смотрите, нури-нури-нури-нури. Просто с лимоном, как я понимаю, черный. И вот мы уже поставили две чашечки, потому что мы будем тестировать наш чай и кипяток. Простите, чай и кипяток. Простите, 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 наливаем кипяточек. Так. Сахарозы немного, сахарозы. А Кристина говорит, сахарозы пьет, да? Бывает сахарозы, сейчас. Вообще нужно сначала пакетик достать. Сахар кидать. Не важно. Тебе в общем, сахар? Ладно, давайте. Это у нас уже к чаю, потому что у нас будет с вами вот такая вот штука, смотрите. Бончур. Бончур розовая. Я пробовала. Ты пробовала вообще бончур? Да. Вот, было ванильное у меня, по-моему, или шоколадное, я не помню. Но вот это клубничное, я ее когда увидела, думаю, ой, тоже пробу открывать. Нет, это будем открывать, но потом. Это потому что десерт у нас. А вообще, смотрите, у нас есть чипсы. Раз. Two. Три. Смотрите, чем они прикольные. Во-первых, это одна серия. У них всего 4 вот таких вот чипс есть. Эти, например, вот зеленые, они сметана и лук. И у них вот такая вот форма. Видите? Такая форма, да. А вот эти вот с беконом. И у них вот такая форма. Что там у тебя? Сердечки. Это с сердечками. Чипсы с сердечками. Да. Сыр. Сырные сердечки и томаты, да. Ассоциативный ряд с этими картинками вообще. Со вкусом кетчупа. Почему? Ну, допустим, первая картинка мне больше мороженое напомнила, второе пирожное. Здесь сердечки какие-то тоже пирожные. Имеешь в виду? Картинки, мне кажется, не соответствуют. Что, давай что первое попробуем? Что первое попробовать? Я предпочитала, не знаю, зеленое. Как думаешь? Я думаю. Даже махать их куда-то или нет? Ну, не будем. Они дорогие? Слушай, ну красивые. 50 рублей. Покажи, покажи. Красивые. Нифига себе, 50 рублей. Вот такие. Полуфабрикат пшеничный. И картофель. Пока Кристина не сказала, что там какая-нибудь гадость. Не, ну это. Это просто раньше не писали. А на вкус как вот раньше. Русские чипсы были. Вкусно, да? Да. Следующий выбираю я. Да, слушай, а они не похожи, прям. Вот как вообще не то. Картинка с чипсами. Да. Блин, а, чай. Крис, я же не люблю такой крепкий чай, представляешь? О, я не люблю такой чай. Ну, по-любому мне не понравится. Вот эти они вообще не крепкие, да. Я тоже сильно крепкие не люблю. Есть чаи, которые завариваешь, и они не крепкие. Ну, кстати, неплохо. В общем, это черный чай отдает лимоном. А он еще и без сахара надо помешать. А ты попробуй, скажи. Блин, опять ложку я какую-то грязную беру. Где все чистые ложки? Кто об этом думает? Кто думает о чистых ложках в доме? С чем это чай? Лимон? Да, черный с лимоном. Запах приятный.
неплохо. Так, выбираем чипсы дальше. Ты что выбираешь, что я хотела? Я хотела сердечки попробовать. Ну вот это, я думаю, соответствует сердечке, как и есть. Мне это больше нравится. Более яркий такой запах. Нормально красивый. Матизатор. Давай другой выбираем. Потом 3 часа. Конечно же красный. Под розы. Под губа. Кетчуп. Ой, какие прикольные! Какие прикольные! Надеюсь, вам не страшно было? Нравится? Мне тоже нет. Будто духи, да, туда добавили? Мне не понравилось. Еще яркий аромат. Кетчупа не чувствуется? Так. А теперь бекон. Нет, кетчуп таки чувствуется. Только еще много чего там чувствуется. Ну, невкусный кетчуп. Эти похожи на беконки, смотрите. Да-да-да-да-да. С чем тебе больше всего понравилось? На первом месте с сыром, на втором. Ну, я бы, наверное, между первым и вторым вот это. Зелень с луком. Ой, лук. На третьем. Да, зелень с луком. Сметана с луком. Ну вот эти вот делят место пополам. Красно-оранжевая пачка кетчупа. Короче, первое место чиз. Ну вот эти вкусные тоже. Мне тоже понравилось. Ну да, со сметаной на втором месте. Вот, в принципе, все. Ну теперь осталось у нас попробовать бунжурки. Бунжурки, бунжурки, мужурки. Бунжур, мужур. Мне как-то писали, ты чё, никогда не пробовала бунжур? Нет, вы знаете... Наверное, нет. Бунжур. Я не пробовала. Я вообще никогда не ела ничего подобного. Бери. Ну, приду к Селине, как отведаю, то паштетиком подкормят. Ну что, пробуем? Давай твою даю. Что они потом нам говорить будут? Да, это для меня слишком непозволительная роскошь целую есть. Мяу. А кто сейчас хочет сладенького? А я шудею. Я, можно, вообще ее не буду есть. Мне нравится шудею. Ты хотела связать вот так? Курти Крис. Крис, а почему я тебе не позволю на роскошь? Нифига себе. Нифига себе, сколько калорий тут. Это Силя, блин, отрывается просто. Остался месяц практически, полтора. И я начну как бешеная заниматься. Ты думаешь, что вот там вот меньше калорий? Да не сладко, не хочется. Давай я попробую. Что они подумают про нас? Пофиг, да? Мы уже назвали Курти. Соответствую образу. Курти Крис. Моя подруга. Курти. Может, я канал поменяем, Курти Крис сделаем? Но пока на первых шагах. А они будут думать, почему Курти, откуда это пошло. И только избранные, те, кто придумали нам это название практически, будут знать, почему Курти Крис больше не скромняшка. Как она стала Курти? Как ты из скромняшки превратилась в Курти? Как меня перестали уважать. Что произошло? Что произошло с Кристиной? Это все? Да. Мы будем пробовать. А время-то вообще... А, нет, это не все. Подождите. Знаете, что я взяла в фикс-прайсе? Я не знаю, не... И в шоколаде. Я не знаю, не знаю, как бы в первый раз я такой покупаю фикс-прайс, мне кажется, они какие-то другие. Орбит из фикс-прайса. Орбит? С чем они? Клубника и был минт из фикс-прайса. Обалдеть. Наверное, специально для фикс-прайса, да? Давай попробуем. Мне кажется, они совсем отличаются от других каких-то магазинов. Это все-таки фикс-прайс. Типа дешевые жвачки.
Ну что, они дешевле? Смотри, а я не знаю даже, сколько они так стоят. Они с какими-то крамингами. У меня просто появилась теперь камера, которая может вот так вот все преувеличивать, и поэтому я показываю вам все теперь. Тебе не кажется, что там роза бриллиантовая? Ага. Не, жвачки с фикса, они как-то жуются не так, как обычно. Будешь зажевывать чипсы? Если хочешь руку попросить. Ну, могли бы, конечно, робсы сделать под цвет обложки оранжевым. Почему они сделали? Синюю. Странные эти создатели. Ну, давай скорее, все ждут. Твои оценки. Не, ну можно брать фикс прайс, орбит. Крис, уже время, короче, снял. Ну, вырежешь потом. Вкус раскрывается. И проходит. За считанные мгновения. Ну, главное, мы поели. А после еды нужно пожевать жвачку, которая там обговаривает все. Которая залезет в самые сокровенные уголки вашей сущности. Больше 5 минут. Дырки в зубах. Ну все, ладно, мои хорошие, мы на самом деле прикалываемся. И рады были с вами поприкалываться, поделиться просто вот этими новыми чипсами, по большому счету, и бонжур попробовать клубничный. Я особо не ощутила, честно говоря, клубники, по мне так оно вообще не отличается от всех остальных бонжуров. Вот, но мы просто порезвились, и вот так вот. Мы с вами прощаемся, смотрите нас и дальше, ставьте лайки, подписывайтесь, кто первый раз. Мы вас целуем.